всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Очередной раз выезжаем на байк-шоу в Севастополь. Сегодня вот загрузили ретро-машины из коллекции, из личной коллекции Магомеда Карахановича, отделение «Дикая дивизия», и отправляемся в город-герой Севастополь для участия байк-шоу, посвященный 75-летию Великой Победы. Называется он «Крах Вавилона». Эту машину мы сами собираем, сами делаем, сами восстанавливаем. Это мы делали для клуба «Ночных волков». Мы это делаем для нашего парада, дальнейшей выставки, дальнейшей музея ретро. Ну, для тех целей мы вот эти все машины восстанавливаем. Это история наша, это наша история. Хирургу желаю здоровья, долгих лет жизни. То, что он собрал нас сегодня, это все-таки его идеи. Вот мы все вот поддерживаем эту идею, чтобы эта идея долго жила, чтобы эта идея процветала.